Конгресс США рассмотрит законопроект о предоставлении Израилю военной помощи. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Причем, согласно этому документу, президент Америки потеряет возможность вмешиваться в поставки вооружений. Сергей Услендер продолжит. Если законопроект будет принят, то американская помощь Израилю обретет статус закона. Кроме того, в документе четко прописаны ее размеры – 36 миллиардов долларов на ближайшие 10 лет. Это не живые деньги, это оружие и снаряжение, которые производятся для Израиля в Америке на американских заводах. В основном все это предназначено для ВВС, например, те же самолеты пятого поколения, новейшие F-35, которые еврейское государство уже ставит на вооружение в ближайшее время. Военно-воздушные силы должны получить 50 таких машин. Для этого Израилю предоставлен статус особого союзника, который дает ему право получать эту самую помощь, не будучи членом НАТО. Но еще за счет этих денег все же финансируются разработки в области оборонной сферы. Например, тот же легендарный железный купол, противоракетная система, которая так блестяще показала себя во время последней войны, был сконструирован именно на американские деньги. Закупки военные увеличивают количество рабочих мест в США, ну а общие военные разработки фактически означают, что израильские идеи становятся также как бы и американскими идеями за счет американских денег. И впоследствии Америка имеет возможность, так сказать, имеет доступ к израильским военным разработкам самого высокого уровня. Возникает вопрос, если Израиль десятилетиями получает американскую военную помощь, зачем тогда нужен этот закон, не будет ли он избыточным? Эксперты тут напоминают историю 2014 года. Тогда, в самый разгар войны с Хамас, президент Барак Обама внезапно наложил вето на поставки в Израиль вертолетных ракет Hellfire, запасы которых сильно истощились в ходе боевых действий. Возникла реальная угроза, что израильская пехота, которая вела тяжелые уличные бои в Газе, останется без поддержки с воздуха. Поэтому, если закон будет принят, а шансы очень высокие, его поддерживают и демократы, и республиканцы, то президент больше влиять на оказание помощи Израилю не сможет никак. Это своего рода страховка. Хотя, если вернуться вот к той истории с этими ракетами, то история эта, кстати, не на шутку встревожила и Иерусалим, и Израиль просто наладил производство собственных боеприпасов для вертолетов «Апачи». На всякий случай. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер».